А, вот ты где. Изи, Пайджем нас ждут. Да подожди секунду. Я не могу идти с вывалившимся из штанов членом. Изи, идем. Харви Кайтел. Мира Сарвина. В фильме «Где ты, Лулу?» Также снимались Уильям Дефо, Джина Гершин, Мэнди Патинкин. И Ванесса Редгрейв. Нэнси, я знаю, что ты здесь. Мы сгорим в аду, Нэнси. Ты, я. Мы все вместе. Ты принадлежишь мне, а не ему. Только мне и никому больше. Ресторан у Пьера. Изи жив. Привет, красавица. Привет, Пьер. Послушай, джазовый музыкант выжил после 7-часовой операции по удалению левого легкого. Он выжил. Я так рада. Да, выжил. Но в статье написано, что он, скорее всего, никогда больше не будет играть. Саксофонист со сломанной рукой и с одним легким ни на что не годится. Ты когда-нибудь слышал, как он играет? Нет, я не особенно люблю джаз. Я предпочитаю Чака Берри. Я слышал, он очень хороший музыкант. Говорят, что их диски сейчас стали здорово разметать. Это хорошо. Хорошо? А по-моему, это ирония судьбы. Он играл много лет, никто о нем не слышал. Теперь его подстрелили, его карьера пущена коту под хвост, и внезапно он знаменит. Самое главное, что он жив. Если ты не жив, так ты вообще ничего не можешь. Ты что-то хотел сказать? А, да, совсем забыла. У меня прослушивание в следующий вторник. Можно я поработаю вечером? Если ты говоришься с Бобом или Хелен, они с тобой поменяются, тогда да. А нет, так нет. Ладно, справедливо. А для чего прослушивание? Для рекламы шампуня. Ты будешь изображать волосы до или после? Я думаю, ни то, ни другое. Вряд ли меня возьмут.
Да наверняка возьмут, я тебя уверяю. Слишком мало волос. Вы живы. Не забудьте о том, что вы живы. Когда вы выйдете отсюда, вы будете в достаточно хорошей физической форме. Может быть, вам понадобится какое-то время, чтобы решить, что делать дальше. Но вы начнете с того, что вы живы. А жизнь прекрасна, мистер Мауэр. Неправда. Жизнь — это жизнь. Она прекрасна, только если ее делать прекрасной. Если бы я мог сказать, что я ее делал такой, но я не могу. Единственное прекрасное, что я делал, это играл музыку. Если у меня больше не будет музыки, то лучше бы я умер. Я ясно выражаюсь. Лучше бы я потерял обе ноги или оба глаза. Легкое — это дыхание. Дыхание — это музыка. Музыка — это жизнь. Без музыки у меня нет жизни. Вы говорите так, словно вам кажется, что вас наказывают. Может быть, так оно и есть. Какой-то сумасшедший выпустил в меня пулю, и правосудие свершилось, кто знает. Изи, это опять Дэйв. Мужик, что ты делаешь? Нам с тобой надо поговорить. Слышишь, не будь дураком, Изи. Главное, помни, кто твои друзья, понял? Оставьте послание, и я вам перезвоню. Изи? Да сними ты трубку. Это Ханна. Помнишь меня? Мы с тобой были женаты когда-то. В старые времена. Когда ночи были бурными, девушки были решительными, а пули еще не изобрели. Позвони мне, Мауэр. Я хочу знать, как у тебя дела. Привет, Изи. Hey, Изи? How you doing? Как дела? Bobby Perez. Bobby Perez. Hey, I did sound at your summer stage. Я вам делал звук, когда вы у нас сыграли в баре прошлым летом. I'm really glad you pulled through. Слушай, Изи, я очень рад, что ты оклемался. Thanks, Billy. Спасибо, Билли. I'm doing much better now.
Мне теперь гораздо лучше. Мне кажется, я стал гораздо моложе, чем был, когда ты меня видел в последний раз. Ух ты. Да, да, может быть. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Я сегодня забыл надеть часы. Видишь? Без часов. Я считаю это прогрессом. Мы все прогрессируем. Это ты? Ты не подходишь к телефону, так что я решила тебя навестить. Ты хорошо выглядишь в этих джинсах. Даже не думай об этом. Да нет, просто это будет воспоминанием. Это твоя аккуратная маленькая пухлая попка. Я помню, как на год-два она стала для меня самым интересным местом на свете. Мы с моей попкой прекрасно проживаем без тебя, Изи. Ты не единственный мужик, которому она нравилась. Да, это я знаю. Такой загар в городе не ложится, так что я полагаю, с твоим новым парнем у тебя все в порядке. О нем мы еще поговорим позже. Пока давай о другом. О чем, например? А тебе, придурок, вот о чем. Я хочу знать, что с тобой происходит. Зачем? Я имею в виду, я тебе даже не нравлюсь. Ты все еще меня не знаешь, да? Столько лет прошло, и ты по-прежнему понятия не имеешь, какая я. Очевидно, нет. Если я отдала кому-то свое сердце, то это навсегда. Может быть, я не хочу больше с тобой жить, но это не значит, что ты для меня не имеешь значения. Ты по-прежнему часть меня. Привет. Извини, но я шокирована. Я не думала, что ты придешь. Ты меня пригласила. Привет, привет. Это Соня, дочь Филиппа. А ты Изи Мауэр? Был им. А теперь ты кто? Не знаю. Может быть, никто. Ну, приятно познакомиться, мистер Никто. Увидимся. Планы слегка изменились. Филипп работает над новым проектом с Кэтрин Мур. И он тоже пригласил ее поужинать. Актриса? Бывшая актриса, теперь она режиссер, она уже лет 10-15 не снимается. Кэтрин Мур. Я когда-то был в нее влюблен. Главным хитом того лета была упрямая дебютантка. Я играла эту прыщавую дебютантку и была счастлива, потому что в том сезоне это была у меня единственная роль девушки. А так я играла только старух. А почему вы перестали играть? Из тщеславия. Красота проходит, плоть уступает времени. И в конце концов уже не хочешь соответствовать чужим представлениям о тебе. Я больше не хочу, чтобы меня придумывали другие. И теперь вы придумываете себя сами. Совершенно верно. Я контролирую свой образ сама. Но вас никто не видит. Тем лучше. Люди видят то, что я думаю. И дальше они увидят новую версию ящика Пандоры. После долгого трудного пути, наконец-то у нас что-то вырисовывается. Нам только нужен кто-то, чтобы сыграть Лулу. Кто такая Лулу? Лулу? Ну, самая знаменитая роль Луизы Брукс. И опера, помнишь? Девушка, которая ест мужчин на завтрак. Девушка, которая убивает Джек-потрошитель. Видишь, это не так уж очевидно. Люди просто ничего не помнят. Не волнуйся, Кэтрин, не все люди, только Изи. Когда при нем говорят о чем-то, кроме музыки, он ведет себя как ребенок. Кстати, что касается детей. Ты устала? Да, я пришла сказать спокойной ночи. Хочешь, я тебя уложу?
А ты можешь? Ты не против? А почему я должен быть против? Ладно. Я вернусь через пару минут. Можно я тоже пойду? Разумеется. Хочешь сигару? Нет, спасибо. Ты не против, если я задам тебе вопрос? Нет, конечно. Задавай любой вопрос, какой захочешь. Ты можешь не отвечать, если что. Пару недель назад со мной случилась одна вещь, и я с тех пор думаю, правильно ли я поступил. Я был в самолете, летел в Лондон. Летел, кстати, встретиться с Кэтрин. И когда самолет стал заходить на посадку, я решил, что мне нужно в туалет. Но дверь туалета была закрыта, я остановился поболтать со стюардессой. Затем, наконец, дверь открывается. И оттуда выходит очень красивая девушка. Может быть, года 24-25. Очень хорошенькая. Она как-то странно на меня смотрит. Проходит мимо, я захожу в туалет. Сиденье и крышка унитаза опущены. И на крышке лежит огромный кусок дерьма. Я понятия не имел, что делать. Если бы я позвал стюардессу, она решила бы, что я это сделал. Мы только что с ней говорили. Я не хотел, чтобы она так обо мне подумала. Вот такая ситуация. Теперь скажи мне, что бы ты сделал на моем месте? Не знаю. Я бы, наверное, пожаловался. Но не уверен. И что ты сделал на самом деле? Я взял бумажных полотенец и все убрал. Невероятно. Да. Это было невероятно отвратительно. Мне кажется, я никогда в жизни не совершил ни одного такого щедрого поступка. Ты прекрасно поступил. Может быть. А может быть и нет. Может быть, я просто был трусом. Пытался избежать неприятной сцены.
Стэнли Мар, магазин Барнис. Yeah.
You're kidding. Вы шутите? Believe it or not, I'm. Хотите верить, хотите нет, но я сейчас слушаю ваш альбом. My name? Well, how can you call me if you don't know my name? Как меня зовут? Но как вы мне звоните, если вы не знаете моего имени? Вот как. Celia. Celia. Burns. Burns. Celia Burns. Celia Burns. All right. Хорошо. Если это настолько важно. 25-я Западная улица, дом 258, второй этаж. Okay, I guess I'll. Хорошо, тогда, значит, увидимся. Hello? Алло? Селия? Это и в самом деле вы. Я вас узнала по фотографии. После нашего разговора я решила, что это меня кто-то разыгрывает. Нет, никаких розыгрышей. Только один вопрос. Ты знаешь человека по имени Стэнли Марр? Стэнли Марр? M-A-R. M-A-R. Нет, кажется, нет. Лет 35-40. Носит хорошие костюмы. Покупает галстуки в магазине Барнис. Я не знаю. Может быть. Меня как-то пригласил выпить около года назад человек по имени Стэнли. Может быть. Что значит «может быть»? Что это тогда такое? Что это такое, мать твою? Это не мой почерк. Где вы это взяли? Это было у него. Ты будешь стоять здесь и говорить мне, что видела его только один раз? Если это тот Стэнли, про которого я думаю, то да. Я один раз обслужил его в ресторане, он меня пригласил выпить и показался мне скучным, он только и говорил, что о деньгах. А это? Об этом, я полагаю, ты тоже ничего не знаешь. Знаете, мне очень нравится ваша музыка, и мне очень жаль, что с вами такое случилось, но вы ведете себя как сумасшедший. И если вы не успокоитесь, то мне придется просить вас уйти. Ты не понимаешь, что это? Ты мне скажи. Я? У Мара было при себе две вещи. Салфетка с твоим номером и вот это. Это ни на что не похоже. Закрой шторы. Что? Чтобы здесь стало темно. Чем темнее, тем лучше. Мне не нравится, когда люди начинают мной командовать. Сделай мне приятное. Ничего плохого не случится. Ты для меня ничего не значишь. Это и так очевидно. Я просто хочу тебе это показать. 5 минут. А потом я хочу, чтобы вы отсюда убрались. Понятно? Хорошо. Теперь выключи свет. И смотри. Я смотрю. Подожди немного. Господи Боже. Видишь? Это так красиво. Я никогда в жизни не видела ничего красивее. И Мара ничего тебе об этом не говорил? Тихо. Что ты делаешь? Тихо. Не трогай его. Почему? Потому что. Потому что мы не знаем, что это. Не говори глупостей. Конечно, я его потрогаю. Как я могу удержаться?
И что ты чувствуешь? Я тебе не скажу. Я не делюсь тайнами с трусами. Я просто не дурак, вот и все. Перестань, не бойся. Лучше этого ничего нет. Это ни с чем не сравнится. Господи. It's amazing, isn't it? Удивительно, правда? От этого чувствуешь себя более живым, да? Да. Более соединенным. Соединенным с чем? Не знаю. С собой. Со столом. С полом. С комнатой. Со всем, что вне меня. С тобой. Когда я проснулся сегодня утром, я даже не знал, кто ты. А сейчас у меня такое чувство, как будто я могу провести с тобой остаток своей жизни, как будто я мог бы умереть за тебя. Не надо. Извини, я просто говорю правду. Ты знаешь, что это значит, умереть за кого-то? Это несправедливо. Почему? Включи свет. Пожалуйста. Включи свет. Мне, наверное, лучше уйти. Жаль. Я вернусь завтра. Да. Возвращайся завтра. Мне надо кое-что купить, и я подумала, может быть, ты хочешь пойти со мной? Звучит заманчиво. Яйца, апельсины, такого рода вещи. Кто не ест, тот не живет, верно? Верно. I don't even know who you are.
Я даже не знаю, какой ты. Знаешь. Ты все обо мне знаешь. На самом деле нет. Но это ведь не имеет значения. Да. Если только ты сейчас не встанешь и не уйдешь, то, наверное, не имеет. Ну, по-моему, я пока не бегу к двери. Скажи мне кое-что, Изи. Ты океан или река? Что? Это такая игра, я в нее играла со своей сестрой. Ты должен отвечать. Океан или река? Река. Ты спичка или зажигалка? Спичка. Однозначно спичка. Ты машина или велосипед? Велосипед. Ты сова или канарейка? Я был канарейкой, но теперь я сова. Ты кеды или ботинки? Это несправедливо, ты не оставляешь мне никаких шансов. Отвечай, ты кеды или ботинки? Ботинки. Теперь твоя очередь. Забавная игра, правда? Мы часами могли играть. Тихо. Отвечай мне, ты настоящий человек или дух? Настоящий человек. Ты понимаешь, что происходит? Или ты в потемках, как и я? В потемках. Ты влюблена? Или просто проводишь здесь время? Влюблена. Ты с человеком, которого любишь? Или без него? С ним. Я с ним. И у него во лбу точно посередине была дырка. Как огромный слепой глаз. Я думал, что утону в этой дырке. Когда я заглянул туда, думал, что никогда из нее не выберусь. Его, наверное, убили из-за камня. Тогда почему его не забрали? Может быть, что-то сорвалось, не получилось. Я бы хотел отдать его. Отдать? Отдать кому? Тому, кому он принадлежит? Не знаю. Вернуть его туда, откуда он взялся. Знаешь, что он мне напоминает? Что? Берлинскую стену. Слишком маленький. Помнишь, когда стену разрушили в 89-м году? Кусочки стены продавали повсюду, и мои подруги дали один кусочек в Германии, и он был в точности такой же, как маленький кусочек цемента. Да. Так ты хочешь сказать, что русские ученые подбросили в Берлинскую стену какое-то загадочное вещество? Нет, я просто говорю тебе, что он мне напоминает. Я тебе скажу, что он мне напоминает. Обломок какого-нибудь здания, которые стоят вдоль шоссе в Нью-Джерси. Какого-нибудь кигельбана или склада, или ночного топлес-бара. Почему бы и нет? Селия. Скажи еще. Селия. Я люблю тебя, когда ты так говоришь. Скажи еще. Селия. Что? Где ты счастливее, на этой крыше или внизу в постели? Oh my God, I have to go to work. О, Господи, мне надо на работу. Why?
Ты не можешь позвонить, сказать, что заболела? Нет, не могу. Я в этом году заработала всего $1200 как актриса. Если я не буду работать, мне есть будет нечего. Я не хочу тебя отпускать. Я вернусь в полночь, ты можешь меня подождать? Может быть, я мог бы работать с тобой? Что ты имеешь в виду? Не знаю, может, им нужен еще официант. Но ты музыкант. Уже нет. Моя работа быть с тобой. Ты теперь моя работа. Ты настоящий? Или я тебя придумала? Ну так? Я могу спросить Пьера. Пьера? Это что, французский ресторан? Нет, псевдо-французский. Пьер из Бруклина. Может быть, ему нужен кельнер. Я готов посуду мыть, если придется. Тогда одевайся. Это была моя самая первая роль, когда я только приехала в Нью-Йорк. «Машина ужаса», часть шестая. Вот смотри, а это отрывок из «Смеющегося человека». Это ужасно. Нет, только не это. Теперь будет настоящая пошлятина. И хотя я иду через долину в тени смерти, не убоюсь я зла, ибо ты со мной. Нет, тебе не надо это слушать. Надо. Это ужасно. Неправда. Ты помазываешь меня на царство. Ты оберегаешь меня от врагов. У нее такой вид, как будто она уже умерла. Тихо. А вот это было в прошлом году. Это я. Привет, милая. Это Лу Рид. Нет, он просто на него похож. А как ты себе представляешь приятный вечер? Не знаю. Может быть, ты мне расскажешь? Если ты хочешь, чтобы я встала со стула, это будет стоить $50. Чтобы я отсюда вышла, еще 50. Я беру $120 за полчаса. Одетая. Если ты хочешь, чтобы я разделась, это будет еще полтинник. Ты все еще заинтересован? Yeah. Да, само собой, конечно. Right. Ну ладно. Будь хорошим мальчиком, иди подожди меня на улице, я хочу допить. Господи, крутая баба. Мне понравилось играть эту сцену. Ну, похвастаться пока особенно нечем. Монахиня, шлюха, жертва убийства и пирог в лицо. Я бы сказал, что ты отлично начала карьеру. В кино очень тяжело попасть. Мне всегда больше везло с театром. 2 месяца назад у меня появился свой агент. Это она сделала эту кассету. Ну и что, кассета помогла? И да, и нет. Меня больше приглашают на прослушивание, но работы пока не было. У меня очередное прослушивание в понедельник. А на какую роль? Роль Лулу. Для новой версии «Ящика Пандоры».
Шутишь? Нет, на самом деле. Они ищут молодую неизвестную актрису, так что, может быть, у меня есть шанс. Это такая потрясающая роль, я бы так хотел ее сыграть. Лучшая роль, написанная для женщины. Я знаю людей, которые будут делать этот фильм. Кэтрин Мур, режиссер, так? И Филипп Клайман, продюсер. Ты их знаешь? Знаю их. Да я обедал у них несколько дней назад. Я им позвоню, замолвлю за тебя словечко. Я получу для тебя эту роль. Я просто хотел тебя поблагодарить, Ханна. Все было замечательно. А, вот она идет. Поговорим позже. Ну как все прошло? Не знаю. Мне кажется, я не очень хорошо играла. Но, по крайней мере, я поговорила с Кэтрин Мур. Она потрясающая. А ты, случаем, не свободна сегодня вечером? Sorry, I'm busy. Нет, извините, я занята. So have you decided on your orders yet? Вы уже решили, что заказать? We'd be happy to, Может быть, ты просто строишь из себя недотрогу? Мы бы тебе заплатили. You know, the duck is very good tonight. Утка сегодня очень удачная. Повара я рекомендую. Да в жопу утку. Нас интересует совсем другое мясо. Hey, stupid. Ты придурок. Держи руки в карманах. Успокойся, я сама справлюсь. Ты не лезь не в свое дело. Иди, помой посуду. Это и есть мое дело, засранец. Поверь мне, это пустяк. Пустяк? Этот ублюдок начинает тебя лапать, и ты говоришь, что это пустяк? Ну-ка, попробуй еще раз. Прекрати. Ты что, хочешь меня разорить? Я тебя убью, сукин ты сын, слышишь? Не надо было нанимать этого маньяка, как ты меня уговорила? Пожалуйста, леди и джентльмены, рассаживайтесь, извините меня. Ужин сегодня за счет заведения, рассаживайтесь. Все, что они закажут. А ты убирайся с глаз моих, забирай свои вещи и уходи, ты уволен. Пьер, прошу тебя, это больше не повторится. Еще бы, конечно нет. Если он еще раз сюда покажется, я его убью. Если он уйдет, то и я уйду. Тогда уходи. Мне плевать. Ты его сюда привела? Как ты мог это сделать? Ты не представляешь, как мне была нужна эта работа. Я там 2.5 года работал, и ты все испортил в один вечер. Ну, прости меня. Я раньше такой был. Сумасшедший, неконтролируемый. Извини. Я больше не хочу быть таким человеком. Я клянусь тебе, это никогда больше не повторится. Селия, ты дома? Это Мэгги. Мне только что звонили Кэтрин Мур и Филипп Клайман. Ты получила роль. Они выбрали тебя. Это просто фантастика. Позвони мне утром, я расскажу тебе подробности. Я так за тебя рада. Ты в порядке? Я получила роль. Я буду Лулу. Мы все потеряны. И только если мы это признаем, у нас будет шанс себя найти. Но Лулу ничего не придумывает. Она ничего не знает, она просто живет. Ведекинд пишет, что Лулу нереальный персонаж. Она просто воплощение первобытных сексуальных инстинктов. И то зло, которое она причиняет, происходит случайно, потому что она пассивна. Потому что она играет пассивную роль. Я не согласна. Она импульсивна. Но она не разрушительница. Ей все равно, что о ней думают другие. Отсюда ее сила. У нее нет никаких претензий. Она
Здесь быть не по тем правилам, что другие люди. Но Ведекин написал пьесу, он создал ее. Все равно, он ошибался. Ошибался? Ну что ж, посмотрим. Изи, я слышала, что ты поедешь с нами в Дублин. Да, он приедет через несколько дней после меня. Я избавлюсь от своей квартиры, сдам вещи на хранение. А когда мы вернемся, мы с Элли поселимся вместе. Как уютно. Да, нам будет очень уютно. Это именно то, что мне нужно. Спасибо. Все в порядке? Все отлично. Кэтрин, ты поговорила с Артом насчет более мощных динамиков? Да. Он обещал все уладить, но я пока не выбрала свет. Извините меня, я отойду на минутку. Машина ждет. Я бы хотела, чтобы ты ехал со мной. Нет, так будет лучше. Ты там устроишься, а я все улажу здесь. Это всего несколько дней. Я не хочу с тобой расставаться. Ты мне нужен. Ты им покажешь, чего ты стоишь. Я люблю тебя, Изи. Чем я тебя заслужил? Ты мой ангел, Селия. Мое чудо. Вся моя жизнь. Вот. Возьми это. Может быть, поможет. Поможет для чего? Когда ты будешь смотреть на него, будешь думать обо мне. А ты? Ты обо мне думать не будешь? Он мне для этого не нужен. Я буду думать о тебе все время. Скользкий вы тип, мистер Мауэр. Что это вы, разлюбили свою квартиру? Кто вы такие? Что вам нужно? Нет, мистер Мауэр, это вы кто такой? Что вам нужно? Кто дал вам право совать свой нос в наши дела? Можно, шеф? Само собой. Зачем он тебе был нужен? Зачем ты убил Стэнли Мара? Я его не убивал. Для лжи уже слишком поздно, друг мой. Thank you.
Оставьте послание, я вам перезвоню. Изи. Ну что ж, опять я тебя не застала. Я сегодня вечером буду у себя, так что позвони мне, когда вернешься. Здесь все хорошо, но я очень по тебе скучаю, мне хочется тебя увидеть. Всего три дня. Всего три дня. Такое ощущение, что вечность прошла. Я люблю тебя, Изи. Целую тебя. Обнимаю тебя 1000 раз. Пока, любимый. Здравствуйте, мистер Мауэр. Я доктор Ван Хорн. Я теперь могу идти, правда? Я имею в виду... Вы ведь хорошие парни, да? Так ведь все произошло. Хорошие победили плохих. Да? Да. Мы хорошие парни. Я хочу домой. Вас отпустят, я обещаю, но вначале нам нужно поговорить. Это очень важно. Я вам не верю. Здесь не очень приятно пахнет. Человеку нужно срать. Если у меня нет туалета, чего вы ждали? Монтень когда-то писал, давайте не будем забывать, что и короли, и философы, и даже дамы тоже испражняются. Итак, не волнуйтесь, это уберут. Вы, наверное, хотите есть. Когда вы ели в последний раз? Я не хочу есть, я только хочу уйти отсюда. Уверяю вас, мистер Мауэр, мы хорошие парни. Но я должен знать, на нашей ли вы стороне? Вы хороший человек, мистер Мауэр? Вы достойны? Достоин чего? Я думал, вы нам поможете. Я возлагал на вас большие надежды. Но я напрасно вам доверился, мистер Мауэр, не так ли? Я прав или нет? Я не знаю, о чем вы говорите. К примеру, о Стэнли Мэри. И о коробке, которую он носил с собой.
Вы знаете, насколько драгоценен этот камень? Нам понадобились годы, чтобы достичь такого свечения. Вы представляете, сколько добра этот камень может принести в мир? Я так в вас разочарован. Переоденьтесь. От вас воняет. Стоп! Мы напечатаем этот дубль, но я хочу на всякий случай повторить сцену еще раз. По-прежнему слишком бурно получается. Я пыталась сдерживаться, но это такая эмоциональная сцена. Я знаю, это тяжело. Речь идет о вещах, которые скрыты в тебе, но они все равно там. Не показывай так много, Селия, пусть камера делает это за тебя. Это как выворачивать мечты наизнанку, правда? Они есть в нас всех. Все дело в том, как их освободить. Спасибо. Изи, любимый, где ты? Сегодня утром за тобой послали в аэропорт человека, тебя там не было. Любимый, где ты? Что с тобой случилось? Ты слушаешь? У меня его нет. Я уже вам это сказал. У меня его нет, и я не знаю, где он. Когда ты начал пользоваться именем Изи? Это абсурд. Твое настоящее имя Айзек, верно? И что? Сколько тебе было? Лет 6? 8? 14? Я не помню. Но ты ведь помнишь светлячков, правда? Что? Может быть, ты называл их летучими огоньками, не имеет значения. Ты знаешь, о чем я говорю? Нет. Маленькие мошки, которые летают по вечерам, летом, в теплую погоду. Маленькие огоньки света, которые мечутся в темноте. То они здесь, то они там. Что это такое? Мир животных? Нет. Это называется возвращением, возвращением в прошлое. Помнишь озеро Эхо? Сколько лет вы туда ездили с семьей отдыхать? Откуда ты об этом знаешь? Я много чего знаю. Теперь ты помнишь светлячков? Да. Смутно. Да, я помню их. Ты и твой старший брат выходили вечером во двор, верно? И у каждого была банка с отверстиями в крышке. Как звали твоего брата? Франц. Франц, верно, верно. Франц и Айзек. Какая у вас была разница в возрасте? 3 года. Верно. 3 года разницы. Так вот, ты и твой старший брат Франц, который был на 3 года старше, выходили во двор по вечерам ловить светлячков. Это ваш отец пробил отверстия в крышках банок молотком и гвоздем. Он был врачом, ваш отец, так? Не фальшивым доктором, как я, со своей ученой степенью по антропологии, а настоящим врачом, который лечил людей. Кажется, он был сильным человеком, с мускулистыми предплечьями и грудью-колесом. И кажется, он был лысым, если не ошибаюсь.
И даже там, на озере, в свою единственную в году неделю отдыха, он ходил в белой рубахе, верно? Без галстука, конечно. Когда было особенно жарко, он закатывал рукава. Так ты его помнишь, верно? Твой отец в белой рубахе. Прекрати. Не делай этого. Итак, вы с Францем выходили во двор дома ловить светлячков. Это было так чудесно, держать эту банку с живыми огоньками внутри. И, конечно, чем больше ты ловил светлячков и сажал в банку, тем красивее выглядел такой фонарь. Беда была в том, что ты не очень-то умел ловить светлячков. Ты тянулся за одним в темноту, но в это время он гас, а рядом пролетал другой, который отвлекал твое внимание от первого, ты тянулся за ним. И все повторялось сначала. И снова, а твой старший брат Франц, между тем, который был на 3 года старше, ловил одного светлячка за другим. И его банка светилась в темноте, как небольшой храм мечты. А у тебя снова и снова ничего не получалось. Это доводило тебя до отчаяния. И, конечно, будучи сопляком, ты начинал плакать. Ты закатывал истерику, и твоей матери приходилось выходить из дома. Твоя бедная мать в это время надеялась провести в доме несколько спокойных моментов с отцом. С твоим отцом в белой рубахе с закатанными рукавами. И, как правило, она улаживала все тем, что заставляла Франца расстаться с несколькими светлячками, чтобы тебе было кого посадить в свою банку. Все что угодно, лишь бы этот сопляк замолчал, верно? Все что угодно за несколько минут покоя. Что ты за человек? Когда ты в последний раз видел Франца? Я не хочу об этом говорить. Отвечай на вопрос. Ты должен отвечать. Не знаю. 7 лет назад, вот когда это было. Он попросил тебя играть на похоронах вашего отца, и ты отказался. Как ты мог? За кого ты себя принимаешь? Твой брат ненавидит тебя настолько, что даже не потрудился навестить тебя в больнице. Ты в свое время сжег много мостов. Это было очень хорошо. Давайте повторим сцену еще раз. И не забудь, дверь распахивается, я хочу уйти, никуда ты не пойдешь, ты бросаешь ее на кровать, идешь сюда, не забудь остановиться на метке, потом подходишь к бюро, достаешь пистолет. Где пистолет? А вот он. Пистолет. И Билли, ты должен постучать в дверь после того, как Том скажет, сделай, сделай то, что ты должен сделать. Хорошо? Сцена 3, дубль 1. А вот еще одна неприятная деталь, которая меня интересует. 4 декабря, 6 лет назад, бар Paradise Lounge в Милуоке, штат Висконсин. Ты выступал там со своей группой в тот вечер. Ты помнишь человека по имени Джек Бартоломью? Мы уладили иск, не доводя до суда. Я знаю, но тебе не обязательно было ломать ему руку. Он нас обманул. Он умолял нас выступить в его вшивом баре среди зимы. Когда мы туда приехали, там началась метель, и никто не пришел. И он решил нам не платить. У нас не было денег, чтобы вернуться в Нью-Йорк. И я вышел из себя. Тебе нравилось играть с твоей группой, верно? Это была вся моя жизнь. Тебе не надо было бросать музыку, Изи.
Я не бросал, она меня бросила. Меня ранили, помнишь? Я устал от всего этого. Мне здесь надоело. Да чего еще тебе есть дело, Изи? Кроме самого себя. Что ты имеешь в виду, до чего мне есть дело? Не знаю. Может быть, ты коллекционируешь марки, любишь французские вина, увлекаешься астрологией? Меня не интересуют эти вопросы. Прошу тебя, сделай мне приятное. Женщины. Женские тела. Секс с женщинами. Хорошо, что еще? Ничего. Кроме музыки, больше ничего. Какая твоя любимая книга? У меня нет любимой книги. Твой любимый фильм? Я не люблю кино. Я думал, все американцы любят кино. Я нет. Я раньше ходил. В детстве. Но потом Джин Келли перестал сниматься, и это стало неинтересно. Он уже умер. Ты меня не разыгрываешь? Ты действительно любишь Джина Келли? Да, собственно говоря, да. Какая песня? Не знаю. Большинство из них. Но мой любимый фильм — это «Пение под дождем». Вот в этом я с тобой согласен. Я тоже его обожаю. В сущности, я бы сказал, что это одно из величайших, самых красивых произведений искусства, созданных американцами. Не хуже, чем «Декларация независимости». Не хуже, чем «Моби Дик». Да иди ты. Гораздо лучше. «Пение под дождем» — это навеки. And I'm happy again. If you want, I'll call New York in the morning. Если хочешь, я позвоню утром в Нью-Йорк, чтобы попросить кого-то начать его искать. Спасибо. So tomorrow's Sunday. What are you going to do with yourself? Завтра воскресенье. Чем ты будешь заниматься? Не знаю. Я не заглядываю так далеко вперед. Только не сиди в гостинице и не предавайся тоске. У нас в понедельник и во вторник предстоят очень сложные сцены, и тебе нужна будет свежая глава. Я буду в порядке. Любовные романы приходят и уходят, а работа... Работа остается навсегда. Ты ведь это знаешь, правда? Нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, я ничего не знаю. Иди сюда, Изи. Ты что, никогда не спишь? У нас мало времени, садись. Что-нибудь случилось? Все случилось. Из-за тебя. А я-то думал, я тебе начинаю нравиться. Вот глупый. Ты не ошибся. Но чувства тут ни при чем. Я не могу тебе доверять. Я же не дурак. Ты слишком много обо мне знаешь, чтобы я тебе врал. Ты недостоин. Ты вел дурную, нечестную жизнь. С этим я не буду спорить. Но потом, когда это произошло, когда меня ранили... Я думал, что это самое страшное, что случилось в моей жизни. Но я ошибся. Я изменился. Избавился от гнили. Стал новым человеком. Может быть? Я не знаю, как это назвать. Но я теперь чувствую себя более соединенным с вещами, с людьми. Тогда почему ты мне не помог? Почему ты не рассказал мне про Селию Бернс? Про кого?
Ты слышал? Я не знаю, кто это. Тебя могут убить. Все, что мне нужно сделать, это постучать в дверь. Сюда войдет человек с пистолетом и всадит тебе пулю в лоб. Это со мной уже было. По-моему, ты не изменился. Старые привычки умирают медленно. Если бы ты с самого начала объяснил мне всю ситуацию, может быть, еще можно было бы все исправить, но теперь, скорее всего, уже поздно. Если я тебе скажу, что это твой последний шанс сделать что-то хорошее, расскажи мне про Селию Бернс. Я открою дверь, и ты будешь свободен. Я бы рассказал, но я не знаю, кто это. Знаешь, ты любишь ее? Правда? Все. Мне больше нечего тебе сказать. Меня ты больше не увидишь. А без меня ты погиб. И да смилуется над тобой Господь. Что с тобой случилось, Изи? Где ты? Thank you.
Помогите мне. Please! Пожалуйста. Someone! Кто-нибудь. Help me! Помогите. Селия Бернс? Да. Могу я с вами поговорить? Извините, я должна быть через 15 минут на съемочной площадке. Это насчет Изи Маура. Он хочет вас видеть. Изи, вы знаете, где он? Да. Если вы поедете сейчас со мной, я отвезу вас к нему. Хорошо. Только меня ждут. Могу я им позвонить, чтобы они не волновались? В машине есть телефон. А это кто? Don't worry, they're with me. Не беспокойтесь, они со мной. Идемте. I get it. Я поняла. I know what you want now. Я знаю, что вам нужно. It's in here. Он здесь. Go. За ней. Не делайте этого, мисс. Мы вас не тронем. Это катастрофа. Самая ужасная ситуация, какую мне довелось пережить. 12 дней съемок, на 13-й день она не появляется. Мы закрываем фильм, отправляем всех по домам. Страховая компания наняла 3 детективов, чтобы ее найти. И ни один из них не нашел ничего, никаких следов. Мне надо было быть там с ней. Мне не надо было ждать. По правде сказать, я до сих пор не могу понять, что произошло. Не могу поверить в это, это похоже на сон. Может быть, ее и не было с самого начала. Она хорошо играла. Не просто хорошо. Она была великолепна. Ты в порядке? Yeah. Да. Right. Да, все нормально. Вызвать врача? Нет. Right. Нет, все хорошо.
almost forgot. You should have one of these. Я чуть не забыл. Возьми это. Монтажер склеил сцены, которые мы отсняли, я перегнал на видео. Оставь это себе. Спасибо. Ступай домой, Изи. Ты неважно выглядишь. Тебе надо отдохнуть. Хорошо. Я тебе позвоню, если что-нибудь узнаю. Вы мне не верите, да? Конечно, мы тебе верим, Изи. Почему нет? Скажите мне, я камень или дерево? Что? Просто ответьте на вопрос. Я камень или дерево? Камень, дерево. Я собака или птица? И то, и другое, мужик. Ты летающая собака. Я хороший человек. Или плохой. Изи, перестань, мужик, ты себя с ума сведешь так. Ты хороший, Из. И как в любом человеке, в тебе есть немного плохого. Я здесь или меня здесь нет? Какая разница? Жизнь — это в любом случае только иллюзия, верно, где бы ты ни был. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Помогите!
он умер. Мы его потеряли. Выключай сирену, Фрэнк. Он умер. Автор сценария и режиссер Пол Остер. Продюсеры Питер Ньюман, Грег Джонсон и Эми Джей Кауфман. Главный оператор Алекс Сахаров. Монтаж Тима Сквайрса. Художник Калина Иванов. Музыка Грэма Ревелла. With the rain, I've got a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Again. My heart.
let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on, come on, little raindrops, I've got a smile on my face. I'm gonna walk down the lane, I'm singing a happy.